Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Мы продолжаем играть в челлендж Апокалипсис. Наконец-то выходит продолжение по этому челленджу. И да, у нас, в общем-то говоря, спокойный довольно-таки семейный вечер. Наш Итан тут уже вовсю со всеми знакомится. Вот, и да, в принципе, он позанимается спортом, поэтому сейчас не очень сильно хорошо себя чувствует, но ничего страшного. У нас появилась дома рыба, это хорошо. Да, и, в общем-то говоря, посмотрела на эти наши машинки и вспомнила про одно из новых ограничений от ТРИС, которые к нам пришли. Да, теперь детям нельзя, в общем-то говоря, ни с кубиками играть, ни с чем-либо еще. Вот, поэтому я все убрала, как вы можете заметить, и нашего большого медведя, которого наш Рой очень сильно любил приходить сюда и колотить. Вот, но, увы, теперь только один предмет позволен, это деревянная машинка, вот, собственно, они у нас тут и есть, да, и, ну, уже совсем скоро, кстати, наша Беатрис на работу, что ты грустная, весьма общительная, Беатрис Макинтош, член организации, хочет все время общаться с друзьями, все время. Обалдеть. Так, Рой у нас поел рыбу, ему теперь плохо, потому что он вегетарианец, в общем-то говоря, все как обычно, ничего не меняется. Да, и Беатрис, я надеюсь, что она хорошо сегодня прокачается, потому что у нее все завершено, и, в принципе, у нее все в порядке с настроением. Можно было бы ей, я не знаю, если бы она успела, конечно, можно было бы ей вот быстро повымывать руки, попробовать, почему бы и нет. Да, и что я еще хотела вам сказать по поводу... Так, а где? А где? Ты здесь, ага, хорошо, ну возьми тоже, покушай или нет. Давай ты, пожалуйста, поставь рыбу на место. Вот, а сама, может быть, молока тогда попьешь, так сказать, в целях экономии, да? Вот, я хотела сказать, что у нас хорошие новости, ребята. Я думала, что в предыдущей серии, когда наша Алиса и Итан, в общем-то говоря, на этом прекрасном летающем приборе пытались сделать ребенка, то я думала, что у нас ничего не получилось, но потом, после второго раза, я, в общем-то говоря, захотела еще раз попробовать, и нет у нас больше такого действия, у нас есть только заняться в ухо, это может означать только одно, что все, наша Алиса беременна, да, правда, она пока что об этом у нас не в курсе, как и это, ну вот, она сейчас такая грустненько сидит, но вот по нуждам мы уже тоже можем, в принципе, видеть, что она... У нас все с вами получилось, поэтому ждем первенца, и я на самом деле в большом предвкушении, потому что это у нас будет впервые за долгое время, у нас это будут не близнецы, вот, это у нас будет один ребенок. Так, и на самом деле я очень сильно переживаю за вот этого молодого человека, потому что, как вы можете заметить, нужды у него прекрасные, а вот здесь прям трындец. И самый главный трындец заключается вот в этом, сильная нехватка активности. Долбанный образ жизни, боже мой, я бы рада его отправить позаниматься спортом, у него всего лишь 6-й уровень навыки фитнеса, но я не могу, потому что у него жуткий дискомфорт, и как бы все, и хоть ты убейся, как говорится, вот, я бы его отправила порисовать, потому что он у нас художник вообще-то, и ему нужно рисовать, но нет, я не могу этого сделать, потому что опять-таки что? Потому что у него жуткий дискомфорт. Так, а ты читаешь жадные игры. Ага, ну хорошо, ну читай. Так, нам кто-то там, Ракель, кто-то пытается дозвониться, но, конечно, у него ничего не получается. Так, что это такое? Эмма Старк. Рой, я хочу пробовать свои силы в чем-нибудь новом. Как вы думаете, стоит поискать новую работу? Я считаю, что новая карьера — хорошая идея. Следуйте зову сердца. Следуйте зову сердца, я даже не знаю. Я знаю вам, я звоню вам, чтобы не принимать такое решение в одиночку. По-моему, очень хороший совет мы дали. Так, и у нас Беатрис, наша красоточка, все. Посмотрите, как всегда, в самом прекрасном настроении, в самом прекрасном расположении духа, отправляется на работу, да. Ну, уверенной походочкой, да-да-да, она тут уже с Роем попакостничала, порассказывала ему, в общем-то говоря, всяких гадостей. Много нового он о себе узнал. Так, и, ну, раковину сломал, ну, ничего страшного, кстати, у нас теперь есть новый член семьи, которому пригодится механика, поэтому теперь у нас Итан будет все чинить, и ты прекрасно себя чувствуешь, поэтому давай ты починишь, и потом отправишься качать фитнес, вот. Хотя я, ребята, на самом-то деле посмотрела, что нам нужно для карьеры вот этой вот нашей строительного инженера, я, кстати, решила выбрать
ветку экотехнолога, вот, не градостроителя, а экотехнолога. Мне кажется, что сейчас это будет прям то, что нужно для нас, вот, пополезнее, чем градостроитель. И там, на самом деле, столько надо навыков прокачать, прям почти до максимальных уровней, что, если честно, у меня есть большие опасения по поводу того, успеет ли он прокачать свой фитнес. Ему вот 8 дней до взрослого возраста. То есть я боюсь, хоть бы мы успели как бы карьеру закрыть, да, насчет фитнеса вообще не знаю. То есть вполне возможно, что у нас имеется первый претендент в маразматике. Да, это, конечно, не очень хорошо, но что ж поделать. Так, Алиса, я не успела за тобой, я не успела за ней проследить, она пошла спать. Так, ну ладно, иди спи, хотя вообще тебе бы садом позаниматься, если уж на то пошло, да, вот тебе бы тут прополоть, и я не знаю, тут все полито, я так полагаю, да, ну тогда бы ты могла бы поизучать, вот, почему бы и нет. Да, кстати, что касается нашей Алисы, я вот думала, а как же ж так, как мы будем с ребенком, да? Так, Рой, это бесполезно, не надо тут ничего протирать, пожалуйста. Я тебе вообще дала действие читать книжку, если ты не забыл. Давай. Я переживала, что насчет нашего ребенка. Блин, забыла дать действие, упорно работать. Дырявая голова, просто кошмар. Да. В общем-то говоря, я переживала, что нам будет не с кем оставить наше дитё. Но нет, ребята, нет, у нас все прекрасно получается, потому что, во-первых, сама Алиса сможет всегда быть дома, потому что она работает на карьере, которая позволяет работать из дома, соответственно, вообще никаких проблем у нас в этом не имеется. Ну и плюс ко всему у нас Беатрис, в общем-то говоря, у нее рабочий день только ночью, да, то есть с 19 до 2:00, до 2:00, соответственно, она целый день у нас дома. Вот, то есть пока там все работают, ну, конечно, до разного времени. Но, в общем-то говоря, суть в том, что у нас в любом случае Алиса сможет остаться дома всегда, в любом случае. Поэтому никаких преград у нас нет. Так, а Джулия, кстати, а ты где? Ага, а ты достирала? Покажи мне. Ношеная мокрая. Конечно, кто бы сомневался, боже мой. Я вот, кстати, хотела уточнить такой момент, касающийся навыка производства, который нужен нашему Итану, потому что вот для того, чтобы закрыть карьеру строительного инженера, что такое? Что случилось? Что с тобой не так? Заново прочитать. Ну, читай, чего ты возмущаешься? Все же нормально у тебя. Или что? С кем ты там общаешься? Рой, не пугай меня, пожалуйста. Давай сядь и читай книжечку. Для того, чтобы закрыть карьеру строительного инженера ветку экотехнолога, нам нужно достичь 10 уровня навыка логики. Вот, кстати, собственно, почему я посадила его за шахматы. И 8 уровня навыка производства. И я перечитала правила от ТРИС и увидела, что, в принципе, те предметы, которыми качается производство, это там утилизатор и еще что-то, не помню что, какой-то второй предмет, написано, что они запрещены. Запрещены и разрешены только для рабочих заданий, вот, которые по карьере. То есть я это все понимаю, конечно, давай играть с Аркель. Вот, играйте. Пожалуйста, играйте, пожалуйста. О, внимательность, как раз то, что нужно. Научное логово у нас тут, свойство участка работает прекрасно. В общем-то, да. Разрешены только... О, кто такой интересный? Фридрих Лютер, пожилой, ничего себе, никогда не видела. Нам разрешены эти предметы только для рабочих заданий, но... Чистая, мокрая, супер. Но... Ведь если мы будем только исключительно выполнять рабочие задания, то мы же нифига не прокачаемся, насколько я как бы понимаю, да? Так, что такое? Смотреть смешные видеоролики? Не-не-не, дружок, давай, пожалуйста, энергично боксировать. Во-во-во, давай. Я хочу, чтобы ты у меня закрыл свой навык сегодня. Вот, тебе осталось всего лишь 25%, так что ничего не знаю. Я так понимаю, что мы нифига не прокачаемся, если мы будем только использовать эти предметы для рабочих заданий. И я вот как бы и думаю. Или можно, например, учитывая то, что у нас Итан работает в этой карьере, то ему можно, ну, скажем так, в любое время суток использовать эти предметы, чтобы прокачивать навык производства. Или как? Или что?
Так, друзья мои хорошие, пожалуйста, с Гидрой не общаемся. Нет-нет-нет, до свидания, нам от вас ничего не нужно. Вот, у нас... Вот когда Алиса родит, нам первенца третьего поколения, он у нас закроет драм-кружок, и все у нас будет прекрасно. Пока что до свидания. Да. И вот я прям потерялась, и хочу спросить вашего совета, потому что я вот знаю, что у нас тут вообще повально повыпадал этот строительный инженер, и самой Трис он выпал, и Гули он тоже выпал. В общем, интересно очень получилось. И я вот хотела бы узнать ваше мнение по поводу того, как все-таки прокачивать этот навык производства. Пока что оно нам не надо по рабочим заданиям, но тем не менее, оно ведь понадобится. Оно ведь понадобится. Так, что вы все время это? Нет, 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 пожалуйста. Так, ну ладно, в принципе, ты можешь уже идти спать, все правильно. В общем-то, как? Как нам прокачивать навык нашего производства, если предметы эти запрещены и разрешены только для рабочих заданий? Вот что меня очень сильно волнует. Да, хотела бы узнать вашего мнения. И вот наша Алиска проснулась среди ночи для того, чтобы узнать, что пора есть за двоих, ребята. Вот так вот у нас получается. Ну что, Итана обрадуешь, а? Обрадуешь, Итана? Давай, отмена спать, тебе тут твоя девушка хочет кое-что сказать, да? Конечно, они у меня все такие зашуганные, перепуганные. Вот, ну, давай, скажи, Итан, у меня для тебя кое-какие новости. Приготовься. Что случилось? Что случилось, Алиса? Рассказывай. Ты представляешь? Я беременна? Да ладно. Серьезно, ты беременна? О боже мой. Ты, наверное, шутишь. Ты, наверное, шутишь. Нет, я не шучу. Я не шучу, дорогой. Я правда беременна. Представляешь себе? Наше в ухо в ракете как бы не прошло даром. Ну что скажешь? Ты рад? Боже мой. Ну да, конечно. Просто это все так неожиданно, так быстро. Но да, конечно, я рад. Солнце мое. Все просто супер. И скоро я стану мамой. Боже мой, кто бы мог подумать? Ой, не говори. Боже мой, я так устал, но я так рад. Все, супер. Так, ну если ты устал, так что ты стоишь? Это, давай, пожалуйста. Пожалуйста, приглашаю вас. А нет, не так. Приглашаю вас на сон в стиле диско. Ребят, смотрите, какая у нас тут дамочка проходит. Ее зовут Меган Гудсон. Вот, и посмотрите, какая красивая симка. Вообще... Вообще, Анджелина Джоли, а формы-то какие? Какая аппетитная, ёлы-палы. Вообще, мне она очень нравится, знаете что? Я вот тут думала насчет того, что я тут наших, в общем-то говоря, пацанят, в частности, Рэндалла, лишила права наследования, вот. Но на самом-то деле я понимаю, что мне было бы очень обидно терять нашу генетику, вот эту вот такую необычную. И поэтому, да, конечно, мы не сможем, допустим, перевести кого-нибудь еще к нам домой, и не смогут, например, дети Рэндалла или Роя закрывать свои карьеры, но в принципе дети у них быть могут. Вот, и я подумала, что я бы, наверное, очень хотела, чтобы у наших пацанов были все-таки и жены, и дети. Вот у нас Рой вообще серийный романтик. Вот. И на самом-то деле, я бы очень хотела, чтобы вот кто-то из наших пацанов продолжил свою ветку, так сказать, или, возможно, сразу оба. Вот. Я хочу, чтобы кто-нибудь у нас познакомился. В общем-то говоря, с Меган. Вот. И, может быть, это будет все-таки Рэндалл. Вежливое знакомство, потому что я никогда не видела эту симочку. Ну, блин, посмотрите, какая она офигенная. Вообще, очень классная. Очень красивая. Конечно, может быть, вы скажете, что с моей стороны это нелогично. Все-таки у нас Рэндалл, это как бы... Кто он у нас там вообще? Мировая знаменитость, у него жизненная цель. Это, конечно, очень смешно. Вот, а, например... У нас Рой, серийный романтик, да, и по сути ему бы вот иметь детей и крутить там шуры-муры. Так, отправиться на работу. Да, чуть-чуть поел, и все. Итан, давай, твой первый рабочий день сегодня. Было бы, конечно, классно, если бы ты у нас повышение получил. Вот такой вот он у нас красивый, посмотрите. Вот такой вот у нас строительный инженер, будущий наш экотехнолог. Вот, давай.
в путь дорожку, удачи. Я надеюсь, что все у тебя будет хорошо. Давай беги, беги на работу. Давайте мы по традиции сфотографируем в свой первый рабочий день. Боже мой, посмотрите, как он сосредоточен, какой он этот, офигеть. Прям, знаете, в глазах такая надежда, такой напор. Там, типа, я изменю этот мир к лучшему. Да, надоели эти генераторы, боже мой, что это такое? Надоела эта жучковая ферма, надо что-то менять, точно. Вперед в светлое будущее. Обалдеть. Ну, красавчик, красавчик. Так, давай, беги на работу. Ракель я посадила за шахматы, так как ей это по рабочему заданию надо. Ой, стойте. Боже мой, я тебя посадила за шахматы. Я же Ракель хотела. Все. Боже мой, вот несмотря на то, что они разные, да, как бы, но все равно я их перепутала. О, господи, какой кошмар. Ну ладно, давай тоже, в принципе, попрокачивай досуг, почему бы и нет. А, кстати, Ракель, ты уже тоже можешь присоединиться, вот, сходи и после этого присоединись к игре. Да, а я думаю, что наш Рэндалл познакомится с Меган, да, такой, здравствуйте, девушка, здравствуйте, молодой человек, здравствуйте. Так, Джулия, это у меня куда пошла? Доить сливочка. А, это она у меня заболела, ну вот я же говорила, Джулия. Меня сейчас очень-очень часто болеет. Так, а кто это у нас тут такой красивый? Это у нас Карен Равили. А, мафия. Жалко, жалко, что мафия. Смотрите, какая симка классная. Эх, я бы тебя с нашим Роем точно познакомила. Но, к сожалению, мафиози. Я бы так и не поняла. Вот слава богу, что я подписывала всех мафиози, потому что точно бы перепутывала бы все. А, да, ну что, давай спросим ее о чем-нибудь, например, что, толчок бедром сделаем, ну да ладно, скажи, девушка, вы такая симпатичная, у вас такие шикарные бедра, и посмотрите, у меня тоже шикарные бедра, вам так не кажется? Мне кажется, что мы должны с вами сделать толчок бедром, вы так не думаете? А давайте, почему бы и нет, да, отлично, 6 бутылок молока мы получаем, это просто прекрасно. Давай их отдадим сразу кому, ну, например, Рэндаллу, почему бы и нет. Вот. Да, скажи, Рэндалл, у меня, знаете, у меня сегодня день рождения. Вот так вот. Да, так что, если что, можете заходить на огонек. Конечно, официально я вас не могу пригласить. О, смотрите, новая почтальон Сидни Редфорд. Это у нас вместо Итана, да? Такая... Ясно, ясно. Угу. Такая девушка, конечно. Ну, ничего, я ничем не хуже. Слушай, я с тобой полностью согласна, ты ничем не хуже. Клевая, смотрите, клевая почтальонша, мне нравится. Слушайте, мне она нравится. Рой, ты это не хочешь это романтики случайно, а? Мне кажется, что было бы классно. Давай, жизнерадостно. Или сразу, может быть, сразу, знаете, как это тут. А, кокетливо, вот, нет? А, ты же, боже мой, ты же подросток, конечно. Ну, давай тогда жизнерадостно представиться. Скажи, слушай, малой, а тебе хоть 18 есть? А, то я что-то переживаю за это. Вообще-то, у меня сегодня исполняется 20 лет, так что да. Ага, понятно, понятно. Ну, да, еще раз тогда с днем рождения. А, ничего такой, да, ничего такой молодой человек, но... Вот пускай подрастет, а потом посмотрим. А пока мне пора улепетывать. Угу. Смотрите, ну, по-моему, она заинтересовалась нашим Рэндаллом. Скажи, ну и ладно, ничего страшного. Я все равно полна сил и энергии, да. Подумаешь, может быть, познакомить ее с моим братом, почему бы и нет. Кстати, да, может быть, если у Рэндалла не заладится, может быть, наш серийный романтик сможет охмурить нашу... Меган? Меган тебя зовут, да? Покажись ко мне. Меган, очень она мне нравится. Вообще классная. Очень. Слушайте, какой кайф, когда симы взрослеют и начинают уходить на работу. Не подумайте, я очень сильно люблю своих персонажей, но становится так легко, так свободно. Просто, боже мой. Вообще. Просто даже вот... Обалдеть. Обалдеть. Да, и что, у нас Рой вообще абсолютно ничем не занимается, уже который день он не может ничего делать, потому что он по жизни в жутком дискомфорте. Соответственно, он не может ни фитнес прокачивать, ни рисование, ну это просто, я не знаю, это просто реально катастрофа какая-то. Вот, я уже жду, не дождусь, когда он потеряет свой этот образ жизни, вот, и придется, ну, конечно, потом все заново это все нарабатывать и делать, потому что фитнес-то надо прокачивать, соответственно, он опять получит этот свой образ жизни.
Вот. Кстати, да, мы узнали нашу почтальоншу получше. Вот. Она у нас задира, параноика веселая. Ну, такое. Ну, такое, скажу я вам. Вот. А я бы хотела, на самом деле, чтобы у нас он познакомился с нашей Меган. В общем, да. Не очень я бы хотела с нашей почтальоншей сводить нашего Роя, потому что... Хотя, знаете, в принципе, он-то у нас тоже задира, между прочим, да? Да, он у нас задира, она задира. Короче, слушайте, возможно, между этими двоими действительно что-то и есть, потому что она прям, знаете, так повеселела, пока там они общались, вот, рассказывал ей всякие там интересности, всякие анекдотики. Ребята, это жесть, я очень сильно расстроилась. У нас Итан пришел с работы, и, о боже мой, что это такое? Понятно, понятно. Коллекция багов в полной своей красе. У нас пришел Итан, и он пришел без повышения. Вот, вы просто на это посмотрите. На первом уровне. И у нас впереди еще и два выходных. Вот просто. Вот что это такое? Человеку осталось 7 дней до взросления. Соответственно, когда он пойдет, когда наступит понедельник, ему будет где-то сколько получается? 4 дня до взросления. То есть у нас остается 4 дня молодого возраста и потом взрослый возраст. Потому что я боюсь, что он не успеет прокачать фитнес до десятки, соответственно, старость я не беру пока что в расчет. Как? Я не понимаю, у него было выполнено вот это вот задание. Он пошел в хорошем настроении, с хорошими нуждами. Вот хоть убейте, я не понимаю, что это такое. В общем, я очень расстроена, если честно. И я начинаю переживать, что мы можем не закрыть как бы нашего эко-технолога. Вот, но, конечно, в любом случае выхода у нас есть, без выходных ситуаций нет, потому что, так, дорогая, ты у меня помылась прекрасно, отлично, давай я тебе вот как раз сейчас надо на работу, поэтому ты давай, беги сюда трусцой и отсюда сразу на работу пойдешь. В общем-то, если я буду видеть, что мы не успеваем, конечно, я просто определю Итана в карьеру подростковую. Ну, я даже знаю, что это будет за она, это будет продавец. Но это будет очень обидно, правда. Вот что это такое? Нет ничего проще, чем повыситься с первого до второго уровня. Как это вообще работает? Что у Ракель моей тоже, она, по-моему, в первый день не принесла повышение, вообще у нее очень туго все идет. Что у Итана такая же ситуация? Как это вообще работает? Я просто, если честно, не понимаю. Ну, конечно, это не может не расстраивать, но ладно уже. Как есть, так есть. Еще один яркий пример химии между персонажами — это наш Итан и Алиса. Несмотря на то, что у них все очень быстро и очень неожиданно началось, но, тем не менее, я вот просто, знаете, перевожу камеру и вижу, что Алиса подсела сама к Итану, и они тут, понимаете ли, играют в шахматы, наслаждаются жизнью, все у них прекрасно. Вот. Давай поговорим про солнечную погоду, почему бы нет, может быть, с экзампельным ползом, почему бы и нет, Итан, ты вполне себе в хорошей форме. Так, у тебя жуткий дискомфорт, я тебя поняла, я тебя даже трогать не буду. Кстати, кому там нужна механика? А, нет, механика Итану не нужна, да? Или нужна? Я не помню, вот хоть убейте, что-то я помню там про механику, но толком я не помню. Вот как оказалось, ему логика нужна, а механика... Да, логику, кстати, он нормально набирает, вполне себе, вот уже на четвертый уровень идет. Поэтому, слышишь, Итан, давай пока что ты это отставь играть, вот, и иди почини унитаз. Да, пожалуйста. А ты, мой любезный, пылесосить. А что там, попылесосить надо, а, Рэндалл? О, супер, давай тогда быстро пропылесосить, вот. Рэндалл у меня молодец, я его очень сильно люблю. Я вообще всех персонажей люблю, вот. Но, наверное, могу сказать, что с Рэндаллом у меня какая-то, не знаю, возможно, особая связь или что, не знаю, я как-то вот... Как-то вот прониклась этим симиком, хотя я люблю абсолютно всех в равной степени, да. И даже Роя, который ни черта не делает уже почти целую неделю, я тоже очень сильно люблю. Он тоже очень у меня классный. Кстати, у Алисы рыба есть, прикольно. А, печеные... О, мы можем делать печеные фрукты, ребята! Аллилуйя! Мы можем делать печеные фрукты и это, рагу лесника.
Слушайте, ну все, ребята, живем. Офигеть, классно. Так давайте, конечно, давайте без проблем. Алиса, слушай, давай тогда, пожалуйста, сделай нам печеные фрукты. Это ж классно. Так, целоваться и-то. Ну вот, я же говорю просто, вот просто сами по себе. Я ничего, минимальное вообще действие, минимальное количество действий им даю. Обалдеть. Я просто обалдею с этих симов. Слушайте, классно. У нас это подходит вегетарианцам, значит, у нас Рой это сможет спокойно кушать. Так, ну что, ребятки, порцию будем брать? Нет? Скажи. Надо доиграть эту партию, Ангелина, вообще, потому что, знаете ли, не годится бросать вот так вот шахматы. Мне кажется, что Ракель мухлюет, Ангелина, не знаю. Что-то мне подсказывает, что она мухлюет. Да ладно тебе, какое мухлюет? Ты с ума, что ли, сошел? Ты мой навык вообще видела? А меня же сама Джулия тренировала, между прочим. А моя мама в шахматах ого-го шарит. Так что давай, не рассказывай мне тут. Я предлагаю просто посмотреть на эту красотку, да, которая невероятно довольна собой, потому что она смогла. Да, Беатрис реально вот персонаж, который... Постучим даже. Вот, чтобы не сглазить, который меня радует. Вот, мы получили повышение, теперь мы мелкий авторитет. Вот, показываю вам официально табличечку. И что у нас, что у нас, что у нас? Мы работаем, да? Мы работаем сегодня, получается, в субботу, а затем 2 выходных. Это, конечно, очень плохо. Я не люблю выходные в апокалипсисе. Вот, но что ж поделать, как бы, ладно, скажем. Ну, надо же и авторитетом, как бы, да, и преступным авторитетом тоже надо отдыхать. Все-таки 5-й уровень это не хухры-мухры, и она у нас... Покажите, ей 17 дней до взросления, она уже на 5-м уровне. Алиса у меня изучает садоводство, кстати, благодаря тому, что она делает это в хорошем настроении. А у нас выпала табличка, нравится ли Алисе садоводство. И я благополучным образом смогла выбрать, что да, Алисе нравится действительно садоводство. Поэтому у нас все в порядке. Вот такая вот наша пузатенькая Алиса, да. Поверить не могу, что у нас Алиса с пузом. Это вообще, конечно. Потому что планы у меня были совершенно другие. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну-ка, покажитесь ко мне. Ёкаламане, ёпарасоте. Вот такого. А вот такого чуда мы еще с вами ни разу не видели, между прочим. Боже мой. Мистер, а как это на вас так наехать, чтобы сфотографировать красиво? Или у меня никак не получится это сделать, а? Подскажите, пожалуйста. Может быть, на табуляции, а? Может быть, как-то вот так. Ёлки, какие у нас тут колоритные личности летают. Ой. Вы видели вообще такое когда-нибудь? Я, например, никогда не видела этих призраков, прям чтобы в очочках. Интересно, что он дает? А? Расскажи, пожалуйста, мистер, а что вы даете? Может быть, вы нам как-нибудь поспособствуете прокачке наших навыков, или я даже не знаю, вы такой с виду интеллигентный, умный молодой человек, что как бы хотелось бы с вами немножечко посотрудничать. Что скажете? Нет, он от меня отвернулся. Все понятно. Ну и ладно. Ну что, друзья, Алиса пришла моя с работы, дико уставшая, но зато наконец-таки она получила повышение до укротительницы листьев. Это у нас, по-моему, уровень 4, да. Окей, по-прежнему у нас собрать урожай задание. В принципе, это проще простого. Вот, я не знаю, там поспел у нас или нет. Покажите мне, да, поспел. Давай, пожалуйста, собери весь урожай. Вот, и прополоть, я думаю, почему бы и нет. А поливать не надо ничего. Вот, это тут, знаете, очень плохо видно. И у нас, кстати, завтра воскресенье. Вот, поэтому, да, поэтому надо будет подумать, что нам прикупить. Так, Итан, а я не поняла, что такое? Ну-ка, давайте-ка, мистер, упражнение на выносливость, пожалуйста. Вот, пока что у нас это не работает, я его отправила вот сюда, а вось он все-таки прокачает свой фитнес, даже не знаю, ребят. Так, и тут уже, тут не надо пылесосить, тут уже до тебя пропылесосили. Слушайте, я нашла применение вот этому молодому человеку, потому что меня прям как-то аж выбесило, что он тут вот с этим жутким дискомфортом ничего не делает. У нас, кстати, да, почти все генераторы работают, вот, потому что мы тут успешно пособирали биотопливо. В общем-то, я его отправила ухаживать. Да, так, кормить. Ну, давай, покормишь заодно. Вот.
Раз уж он у нас ничего не может делать, но раз он может ухаживать, то как бы тогда вперед. Потому что мне постоянно некому было этим заниматься абсолютно, поэтому жуки наши были в совершенно плачевном состоянии, но теперь все изменилось. Да, и раз уж на то пошло, то пускай Рой тогда всем этим занимается. Что-то очень быстро у меня выдохся Рэндалл, я не знаю, он ночью спал, я это точно помню. Я его отправила кормить жуков, собирать биотопливо, включать генератор, а потом бац, смотрю, у него в нулину бодрость скатилась. Я такая, не поняла. Ну ладно, с другой стороны, пускай спит. Так, у тебя тут все как раз по работе завершено, кстати, у Ракель 3 дня выходных. Мы всего лишь на третьей ступени карьеры. Я просто в шоке, просто вот куда ей 3 дня выходных, объясните мне, пожалуйста, друзья хорошие. А у тебя тоже 2 выходных, слушайте, они сейчас будут все дома тусоваться тут? Это, конечно, это вообще нехорошо, если честно. Ну да ладно, зато нянек у нас целая куча будет, что еще я могу сказать. Кстати, я что-то не поняла, там у меня, то было у меня это действие приготовить фрукты, вот почему-то у Алисы есть, а у других девчонок, у которых я смотрела, этого действия нету. Вот я не понимаю, если честно. Печеные фрукты. Любой фрукт, любое яблоко, любой банан. А, это потому что у Алисы яблоко было, что ли? А типа, если нету яблока, то мы не можем готовить. Это, отпустить, задумалась я. Слушайте, у нас осталось всего лишь 2 яблока. Получается ерунда на самом деле. Может быть, тогда все-таки будем лучше рыбу готовить, как и прежде. Слушайте, я тут, походу, сама себя словила за нарушением. В общем-то говоря, я только что это мне пришло в голову, и я просто такая, о боже, только не это. У нас и так 3 неоплаченных штрафа, между прочим. Вот. И тут еще и 4-й, то есть это уже получается 40 тысяч мы должны штрафа. В общем, я совершенно не специально, не машинально, походу, я не знаю, конечно, но походу, да, так и есть, я поставила фрукты в холодильник. А не имеем ведь мы права ставить фрукты в холодильник, мы можем только рыбку в холодильник ставить, вот. Я настолько привыкла, что мы можем как бы ставить рыбку в холодильник, что я и фрукты причислила к рыбе, судя по всему. Вот, но это, конечно же, очень-очень плохо, и да, здравствуйте, новый штраф, теперь мы должны 40 тысяч, просто Ангелина, молодец, конечно. Так, слушай, ты такой бодрый, я даже не знаю, и у тебя тут как раз, слушай, может быть, ты того этого, бодрая тренировка, а, Итан, пока ты можешь, потому что ты как раз возбужденный, это то, что нужно, я переживаю за тебя очень сильно. Ой, не знаю, ребята, докачаем мы 10-ки фитнес или нет, прям реально, вот за это я очень переживаю, что он у меня просто ни черта не успеет. Я совершенно не знаю, когда у меня, простите за выражение, Джулии надо умирать, вот. И я совершенно не помню, если честно, во сколько вообще это должно случиться, вот. То есть она, я понимаю, что она у нас уже прям очень долго ходит вот в таком вот состоянии. Но в какой именно из дней и во сколько, вот хоть убейте, я не помню. Надо будет мне как-то это, ну, наверное, отследить, во сколько она там свой день рождения отмечала. Но, ей-богу, я вообще не помню. Опа! Взросление, ребята! Все, мы с вами дождались. В 23-22 у нас взрослеют наши близнецы. И мы прям застанем этот момент прямо сейчас вместе с вами. Я прям это вовремя камеру навела, короче, вот, да. И кто у нас первый повзрослеет, все-таки Рой или Рэндалл? Опять-таки, наверное, Рэндалл, да? Да. Хотя вообще должен был Рой, ну да ладно, все-таки у нас Рэндалл старший близнец, так уж вышло. Так, и что ж, ребята, давайте узнаем, каким у нас будет Рэндалл по итогу. Напомню, он у нас гений, холерик и жизненная цель — мировая знаменитость. Ну, хочет он у нас стать всемирно известным полицейским, конечно же. И какая у нас будет 3-я черта характера, боже мой, мне что-то страшновато. Уважительный, классно, слушайте, мне нравится. Так он у нас вообще классный персонаж, обалдеть, уважительный, гений. Вот холерик, ну, конечно, такой, да. То есть сердится, когда становится объектами пакостей, да. Ну вот его будет приводить в бешенство, я думаю, всякая вот эта вот преступная деятельность, которая у нас в мире разворачивается. Он это, конечно, все не очень любит.
Вот, отлично. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, какой он у нас подрос. Слушай, ну красавчик, ну красавец, ну просто красавец, гляньте. Такой, опа, опа, а вот я и подрос, а вот я и подрос. Вот такой вот он я получился. Ну что, как я вам? Слушай, я скажу, что ты просто потрясный. Просто выглядишь отлично. Прям вообще. Ой, хочу тебе ребенка, Рэндо. Хочу тебе жену и детей, скажу тебе так. Так, молодой человек, а вы собираетесь взрослеть вообще или нет? Скажите, пожалуйста. Рой, кстати, ты у меня можешь это... Давай, читать книжечку. Вот. А мы сейчас посмотрим, как у нас будет взрослеть Рой. Он у нас по-прежнему хочет оставаться младшим братом, да? Вот, и прям оттягивает свой момент взросления как может, но Рой, старость все равно придет, как бы сильно ты этого не хотел. И вот взрослеет наш Рой с непростым характером, да, он у нас задира, вегетарианец и, внимание, серийный романтик. Ну, у этого точно должны быть какие-то отношения, я попытаюсь ему это, конечно, устроить, вот, и, возможно, тоже у него получатся дети, было бы прикольно. Так, и случайные черты характера, давайте узнаем, чем наградит его генератор. Высокие запросы. Таким персонажам требуется больше усилий, чтобы поддерживать форму. Ну, слушайте, это правда, потому что у Роя проблемы огромные со спортом, это правда. Его проблемы могут показаться другим персонажам обыденными и иногда возникают из ниоткуда. Персонаж должен соблюдать режим, чтобы устранить проблему. Успешно с ней справившись, он получит эмоциональную разрядку. Короче, Рой у нас, я вам скажу, тот еще парень. Реально вот вышел такой, ну, с тяжелым характером, вот. Высокие запросы, ишь ты, посмотрите на него. Скажи, ну что, вот такой вот он я подрос. Да, ничем не хуже, между прочим, чем Рэндалл. Да, я-то не спорю, конечно, но характер у тебя, дай боже, вернее, не дай боже, я бы так сказала. У нас настало воскресенье, и я думаю, что первым делом я сейчас прикуплю Итану всяких плюшечек, вот. Прикуплю ему этот утилизатор или как он там называется. Ну, в общем, вы поняли, вот эти все штуки. Вот, потому что по работе его точно можно ими пользоваться, а в остальном, конечно, я еще не знаю. Вот, но надеюсь, что узнаю совсем скоро. Так, давай, пожалуйста, нет, отмена, с Гидри не болтать. С Гидри болтать нельзя, Ракель, просто сядь и понаслаждайся вкусной рыбкой, которую приготовила твоя старшая сестра по имени Алиса. Да. Вот. Итан, как у тебя вообще дела? Фитнес. Боже мой, даже до четверки не прокачал. Какой ужас, какой кошмар. Так, и что такое? Давай, сон в стиле диско. Итан, иди сюда, не бойся, все нормально. Все нормально, я тебе обещаю, все будет нормально. Главное, дойди до этой комнаты и все. А там уже все будет хорошо у вас. Ой, так, ну что, ребята, наши мальчишки повзрослели. Вот, и я думаю, в принципе, чтобы не затягивать, ну что такое, я буду заканчивать на этом нашу серию, вот, чтобы она не была такой долгой. Давай, Алиса, дойди сюда, пожалуйста. Вот так вот и боремся, ребята. Боже мой, как я уже жду вот это вот дитё, которое закроет нам драм-кружок. Вы просто себе представить не можете. Вот прям сплю и вижу, когда же у нас будет закрыт там драм-кружок этот. В общем-то, да, ребят, я буду заканчивать на этом серию. Увидимся уже в следующей, да. Ну а пока что всем огромное спасибо за просмотр, за то время, которое вы мне уделили. Всем до новых встреч и всем пока.